Выдвижение кандидатов в президенты продлится до 28 апреля. Об этом сегодня сообщили на брифинге в Центральной избирательной комиссии. По словам членов ЦИК, выдвижение кандидатов в президенты Республики Казахстан начинается 10 апреля и завершается 28 апреля. Право выдвижения кандидатов в президенты Республики Казахстан согласно Конституционному закону о выборах принадлежит республиканским общественным объединениям, зарегистрированным в установленном порядке. В Казахстане около 12 миллионов избирателей. Согласно закону, каждый кандидат должен собрать 118 140 подписей для участия в политической гонке. Ожидается приезд свыше 1500 международных наблюдателей для наблюдения за ходом избирательной кампании. Напомним, выборы президента Республики Казахстан назначены на 9 июня. Политические партии, выдвигающие кандидатов в президенты, имеют филиалы во всех регионах республики. В связи с этим мы считаем возможным собрать 118 140 подписей.